Заработал интернет-сайт комиссии по рассмотрению обращений белорусов за рубежом. Об этом сообщает Генпрокуратура. Находящиеся за границей наши соотечественники, которые спешно покидая страну, думали о своем светлом евробудущем, теперь размышляют, как, имея за плечами тяжелый бэкграунд 2020 года, вернуться домой. И такая возможность сейчас есть. На указанном ресурсе размещена вся необходимая справочная информация. Требования к обращениям, порядок их подачи и сроки рассмотрения, компетенция комиссии, а также ответы на часто задаваемые вопросы. На сайте имеется возможность обратиться напрямую в комиссию с использованием электронной почты либо телеграм-бота. Комиссия продолжает свою работу в порядке, установленном указом главы государства. И как уже не раз мы рассказывали, настал момент, когда люди стали осознавать свои ошибки и готовы вернуться, несмотря на угрозы, обман и лживые аргументы в пользу того, что этого делать якобы нельзя. Здесь важно отметить, государство знает об этом и дает возможность каждому вернуться домой. Весь алгоритм действий отражен в указе президента. Решение по каждому случаю будет приниматься комиссией, в которую вошли представители всех ветвей власти и общественности.